Господи, мне эти уроки даже незачем. Я не понимала, зачем нам это учить? Реально, ну реально, зачем? А я ему такая, ну ты чё, это же не то. Ой, эй, смотри, куда прёшь. Я тут вообще-то болтаю. Чё вы можете болтать? О, смотри, какое у меня платье. О, смотри, какая у меня прическа. Вообще-то, мы болтаем об этих очках. Они модные в этом году. Какая разница? Очки, платье. Вот это не глупый разговор, Науми. Чего ты не понимаешь, деревенщина? О, как ты меня назвала? У тебя что, слух пропал? Я сказала, ты деревенщина. Но ты у меня ответишь за эти слова. Коулин, успокойся. Я хочу показать, кто здесь деревенщина. Перетта, успокойся. Это что? Это малявка. Отпусти меня. Ты успокоилась? Да, немножко. Что за шум? Что вы опять не поделили? Да это две глупые модницы. Все выпендриваются со своими нарядами. Все только и думают о шмотках. Как всегда. Ой, не обращай на них внимания. Ты же их прекрасно знаешь, какие они. Да ладно. Пошли, да скелета ждет. Хочет с тобой поговорить. Ладно, пойдемте. Пойдем. Где же девчонки? О, привет, девочки. Наконец-то вы пришли. Ну я о чем ты хотела с тобой поговорить? Я хотела поговорить насчет вчерашнего. Что произошло у меня дома. Ну и почему вы убежали из моего дома? Ну как тебе сказать? У тебя дома достаточно жутковато. А ты знаешь, что по твоему дому гуляют призраки, скелеты? Вы их испугались? Так это же мои родственники. Родственники? Скелет – это мой брат. А призрак? Он всегда жил в доме. Он в этом доме жил еще до нашей семьи. Когда мы туда переехали, мы познакомились с ним. И он стал нашим членом семьи. И он нам всегда помогал. Обалдеть. Ну, семейка у вас. Ты думаешь, это нас успокаивает? Ну ладно, не переживайте. Хотите, приходите ко мне в гости сегодня. Я вас познакомлю. И вы посмотрите, что они не такие ужасные. Как вы думаете? Ну что, придете сегодня вечером? Ну давай попробуем. Вторую попытку. Мы ничего не обещаем. Вряд ли мы сможем привыкнуть к твоим необычным родственникам. Ну, давайте хотя бы попробуем. Я вас сегодня буду ждать. Пока. Так, скоро придут девочки. Пора готовить ужин. Генри, Стивен, поможете мне накрыть на стол? Начнем. Here comes the choo-choo train. Теперь все готово. Спасибо вам, ребята.
довольна. Без происшествий. Надеюсь, у тебя будет без сюрпризов. Нет, никаких сюрпризов не будет. Давай скорее садиться ужинать. А то все остынет. Что? Как вам ужин, девочки? А сейчас я бы вас хотела познакомить с моим братом. Призраком дома. А может, не надо? Да ладно тебе, Твайла. Мы же все вместе, и скелеты здесь. К тому же она сказала, что это ее родственники. И все же, она же наша подруга. Мы должны ей доверять. Привет, девочки. И это твой брат? Почему без одежды? Да, он не любит ее. К тому же он слишком худой, на нем все висит. Да. О, боже. Похоже, ты. Тихо. О, вот-вот еще кто-то идет. А, ну вот и наш друг-призрак пришел. Нет, я сейчас точно упаду в обморок. Ой, ну что ты так боишься? Ты же сама монстр. И все мы монстры, между прочим. Знакомьтесь, это Генри. Ему 2000 лет. Он очень добрый и живет на чердаке. Они будут с нами ужинать? Нет. Стены все падают изо рта на пол. А Генри вообще не ест. Нет, не подходи ко мне. Успокойся, Твайла. Нет, извини, скелет, я так не могу. Подожди меня! Я с тобой! Ну что это за монстр? Боятся призрака. А я не боюсь. И с удовольствием пожму тебе руку. Давай руку протягивай. Ты чё молчишь? Разговариваешь, что ли, не умеешь? Вообще-то он не умеет говорить. Он же призрак. Это все объясняет. Генри, ты куда? Тебе на чердак? Ну ладно, спокойной ночи, Генри. Жалко, что девочки не смогли подружиться с моими родственниками. Я устала жить в замке одна. Я думала, что вы будете приходить ко мне часто в гости. Мы будем веселиться, бегать по замку. Я могу у тебя пожить. У тебя случайно не сдается комната? Да, есть свободная комната. Просто мне здесь очень нравится. Сейчас пойду домой собирать вещи. Хорошо. Ну ладно, спасибо за ужин. Я пришла собирать вещи. До завтра, скелету. Если вы хотите продолжение, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите свои комментарии. Всем пока!